40 вопросов градоначальнику. Примерно столько поступило главе города Березники Константину Светлакову перед прямым эфиром в Инстаграм. Напомню, сегодня в 2 часа дня глава выходил на онлайн-беседу с березниковцами. Константин Петрович рассказал о приоритетных направлениях работы администрации. Переселение жителей из аварийных домов, строительство нового жилья как на правом берегу, так и на левом, благоустройство дворов и скверов, ремонт фасадов домов, озеленение города. Поговорил о вопросах жизнеобеспечения березняков на тему водоснабжения и проблем, связанных с ним. Эта тема, подчеркнул Константин Петрович, особенно важна перед началом зимы. В настоящий момент мы, городская администрация СБВК, находимся в переговорном процессе. Мы сформулировали требования. Мы ждем от компании БВК ясного и четкого алгоритма, как в ближайшее время, какие мероприятия предпримет БВК, чтобы водоснабжение в городе кардинальным образом улучшилось. Если мы такого алгоритма, механизма действий не видим и не получаем, то вступаем в официальный процесс, переговорный процесс по расторжению договора концессии. Также Константин Светлаков добавил, что уже налажена работа с водоснабжением и в сельских населенных пунктах – в Тамане и Быстрой. В рамках прямого эфира мэр поговорил и о судьбе долгостроев. Настоящей головной болью березняков много лет является кинотеатр «Авангард». Но и по этому вопросу Светлаков внес некоторую ясность и обозначил сроки. До конца года проект должен быть изготовлен. Далее проектная документация будет направлена на историко-культурную экспертизу. Поэтому рассчитываем к середине 2022 года приступить наконец к строительно-монтажным восстановительным работам. И плановые сроки сдачи объекта 2023 год. Что ж, а мы надеемся, что подобные прямые эфиры главы города с жителями будут проходить чаще. Ведь это возможность практически из первых уст узнать, что беспокоит березняковцев.